Ребят, рассказать анекдот. Не надо анекдот. Натурально, смешной. Давай, давай, говори. Давай. Рассказывай, давай, рассказывай. Давай. Короче, пессимисты и оптимисты стоят в очередь за хлебом. Пессимист говорит: «Эх, житуха, хуже уже некуда». Оптимист ему в ответ: «Есть куда». Да, неплохо. Что, не смешно, что ли? Ты только травишь. Мы за тех квоту не выполним, нас опять на седьмой бой опустят. Ты что, совсем идешь, что ли? Мы же ведь карцер строим. Чем быстрее мы его достроим, тем быстрее у них новое появится место для наказания. Какая разница, что мы строим? О, еще есть один. Ну? Французская проститутка в Кремле. И она была еще. Смотри, что делает. А, смотри, что делает. Не успеет. Успеет. Вроде быстрый. Он кого хочет, может обгонять. Да бежит, не капли. Сказал же, успеет. Вроде мог бы выиграть Олимпийские игры. Да что толку? У него ни хавки, ничего, добежать-то некуда. Ну, Володя, просто твое еврейское мышление. Он успеет. Беги! Не оглядывайся! Не оглядывайся! Видишь, убежал. Ну, а нам теперь за него работать. Вот видите, успел. Ну, молодец. Рыпаться замочь. Спокуха. Расслабься. Почему охрана в тебя не стреляла? Я только 20 метров пробежал. Ты остановился? Споткнулся. Меня бы пристрелили бы. Ты пытаешься убедить нас? Или ты пытаешься убедить себя? Он врет. Ты сука. Что же вы от меня хотите? Я ничего не сделал. Что, братва? Пусти. Ну что, Шевченко заслуживает? Ради бога, я вас умоляю! Кто эта дамочка-то, которой ты заглядываешься? Что-то пачки. Лучше. А, еврейка, да? Чего? Скажи, да покажи, ну. Да давай, давай. Тихо, хорошо. Дай, дай, дай. Руки. Камень лапой. Красавица. Как зовут? Лена. 4 года как поженились. Ну, с красавицами вечно проблемы, да? Ну, у нас отлично все было. Она хорошая. Очень. Каждый день рождения мне банку ананасов дарила. Так в Москве на каждом углу можно ананас купить. Не в Кишиневе. Такую женщину в жизни не встречал. Встречал. И Света звали. Танцовщица балета. В театре Горького. Ай! Черт! Пацанная карточка 107. Ну давай со дна, а? Сшибни получше. Словами, как обычно. Хлебушек давай. Во. Чё смотришь? Побольше или погуще? Физкульт, привет шахтёрам! Да, везде. Эй, Семёныч. Да, ты просто не можешь. Слушай, почему у воров такая власть в автомагиле? Почему это зубом называют? Серьезно? Знаешь, что меня хочешь спросить? 2 дня тут. Тебя никогда за зубом не примут. Что, еврей?
чтобы никого не убивал. Пока. Ой. Тише едешь, дальше больше. Учи мне, как стать вором, я тебе руку лечу. Как? До недели под кроватью лежал. Фу, гадость какая. Пенициллин. Руку тебе спасет. Чеченцы. Пальто давай. Нет. Светил и грейку, у них вообще жизни не заберешь. Тебя просто убьют. А если я как цыгуля не заберу, мне все равно помирать. У меня знакомец есть. В транспортниках. Скорее всего, смогу тебе ватник достать. После следующего паровоза. Ты знаешь, что ты так хочешь, грейку? Поверь, эта фотокарточка ни к чему. Послушай, ты не понимаешь. Когда меня арестовали за контрабанду, ее тоже приняли. Сказали, мол, должна была догадаться, что приемники импортные. Теперь она сидит. Эта карточка — единственная память о ней. Бей, давай! Мочи его! Банки ананасов победитель. Заслужил. Кто следующий? А? Три банки ананасов победителю. Три банки ананасов и кусок мыла. Да зачем нам мыло в этой помойке? Чтоб рот свой вымыть. Ну, кто хочет биться? Че? Кого заколебала картошка с хлебом? О, как тебе по матушке? Владимир. Владимир Бронштейн. Кто хочет драться с этим жидом? Как тебе? Алексей Руков. Че, дурак, че ты лезешь? Я не побоюсь морду набить. Буду в порядке. Короче, бьетесь, пока грузины не остановят. А до этого не останавливаться. 10 рублей на жида. Жить не живет. Поняли? Клоуны. Вы чокнутые, давайте. Да что ты такой, не серьезно? Давай, начинай. Жить, покажи. Доволен? Боксом, когда учился в Ленинграде. Ты бьешь неплохо для любителя. То бишь, конечно, не так, как Ронин бил.
Сволочь ты, Алексей. Ты чё, так и не понял, что ли? Я же начал драться, чтобы тебе жизнь спасти. Любой другой на моем месте убил бы тебя. Ты же жид для них. Ой. Тот хлеб, который ты мне дал в руки, мне жизнь спас. А долг протяжен кратен. Ты клал я болт на это. Ты же знаешь, что знать хочу. Да ты сумасшедший. Весточку получила от тещи. Лену тоже в лагерь отправили. Лагпункт 72. Йон Краганда. Вот так вот. Пусть с Бором. Слушай сюда. Слазь давай, то зарежем. Грузинин зовет тебя. Если откажусь? А ты не откажешься. А ты вроде как меньше, чем я помнил. Заходи, садись. Голодный? Сахарку хочешь? Да. Когда я в Соловецком сидел, сахар выдавали раз в месяц. Мы жрали, аж запыхивались. Давай, чеферни. Ты вроде как контрабандой занимался. Маленько. Ну, все долго этим не займешься. Книжки есть, чтобы не сдохнуть со скуки? Что вам надо от меня? Что ты мне можешь дать? Хочу тебе дать шанс. Мне понравилось, что ты сделал со зверями. Так же, как мне нравится, когда мне приводят новую суку из бабского барака, которую я еще не пер. Кто вы? Говорят, что мы анархисты. Но наши законы нам важнее, чем Ленин для Политбюро. Советский Союз не протянет более чем 10 лет. А потом все будет в наших руках. Вы будете управлять страной из этого барака. Когда ворон сдохнет, здесь будет безопаснее, чем в Кремле. Хочешь стать одним из нас?
предстанешь перед другими ворами. Будешь темнить, они тебя порешат. Согласен? Прошу только одного. Братва, сегодня ночью мы должны решить, достоин ли Владимир Бронштейн стать вором. Владимир, расскажи о своей жизни. Вырос сиротой в Кишиневе. В 11 держал свою банду. Бегали по рынку, брали, что могли, покуда мелкие откликали. 21 вышел из колонии, занялся контрабандой. Че возил? Сначала патефоны, радио из Германии, из Италии. На барахолку. Че он говорит вообще? Отправил героин с рыбаками в Италию, в Грецию. Через Одессу. У меня подвязка на Кавказе была. Как повязали тебе? Слили меня. Шестеркам языки бы резал было. Знать, как героин гоняет, недостаточно. А че он пустой? Ты жид, так? Да. Все большевики жидами были. Когда я слышу большевики, достаю мое перо. Человек говорит, приятно слушать. Я жиду не доверяю. Я верю только в то, что вижу. Могу взять руками. Вот так. Законы наши знаешь? Да. Трави. Вор должен забыть про семью. Его семья, его братья. Вор никогда не работает. Живет только как преступник. Должен помогать своим братьям, ворам. Вор должен обучить своему делу молодых. Вор должен уважать и осуществлять наказание суда воров. И самое главное, вор должен по жизни держать слово другим ворам. Что скажет братва? Пусть поклянется. Если я, Владимир Бронштейн, нарушу воровской закон моих братьев, пусть эта рука отсохнет. Сделаем. Квота 2 тонны. Понял? На следующий раз дачи зайдешь. 20 копеек в общак. Ребята, проводите байку, а? Какая байка? Ходи давай. У меня есть. В чем разница между социализмом и капитализмом? При капитализме человек эксплуатирует другого человека. При социализме наоборот. Смешно. Не то, что про армяшку байка, конечно, но смешно. Я же не буду тебе каждый раз про армяшку травить. Видишь как? Человек эксплуатирует человека. О, есть новости, отец. Приговор есть. Надо прибрать одного терпилу. Алексей Васильевич Руков. Знаем такого. Он с Владимиром работал. Это мы шустро. А в чем провинился? Дареному коню зубы не смотрят. Братаны, байка есть. Только сейчас вспомнил. Про двух фраеров на монгольской границе. Сережа и Петя. Не поржете? Thank you.
Прости меня. Меня нашел. Да. Твое фото. Меня заставили делать страшные вещи. Кто? Я не знаю его имени. У него была татуировка. Кот. На руке.